Появилась новая информация о новорожденном медвежонке Колымана в якутском зоопарке. Как сегодня сообщил наша редакция, директор парка Артудайду Лука Сафонов, у белой медведицы родился один медвежонок, а на этой неделе он открыл глаза. Напомню, что с начала января новости о рождении в местном зоопарке медвежонка бурно обсуждают жители всей республики. В сети появляются разные фотографии с якобы изображенными на них Колыманой и ее малышом. Однако в парке опровергнули достоверность всех этих снимков. Как известно, в вольере соблюдают особый режим тишины и ограждают новорожденного с матерью от любых внешних раздражителей и факторов. И сотрудники парка сейчас не могут точно сказать даже пол малыша. Об этом можно будет говорить только после того, как Колымана выведет своего медвежонка из берлоги. Ожидается, что это случится только через несколько недель.